Всем доброго времени суток, и сегодня у меня видео о моей посылочке из интернет-магазина «Мир вышивки». Хочу сказать, что я делала заказ там впервые, до этого никогда не заказывала, в принципе, не знала о таком магазине. Но потом девчонки на ютубе сказали, что там очень дешевая доставка, именно 150 рублей. Ну, решила попробовать, тем более такой прекрасный повод. У меня был день рождения 14 августа. Вот, и дочь моя сказала: мама, я тебе заплачу, у нее была там энная сумма денежек, выбирай, что хочешь. Ну, захожу я на этот сайт, а там сюрприз для меня. Там, оказывается, в этот день, а именно 13 августа я заходила, была акция «Бесплатная доставка». Вообще бесплатная. Ну, грех было ею не воспользоваться. И вот я заказала пробный вариант посылки. Пришло все, как вы видите, в таком пакете целлофановом, обычном почтовом. Упаковано все было вот в такую вот папочку для бумаг. Печатная продукция была упакована еще в пупырчатую пленочку, чтобы, видимо, не намочилась. Так, вот такой вот заказик у меня был, товарный чек с тремя наименованиями на сумму, видите, 509 рублей. Что еще мне прислали? Прислали две вот таких вот визиточки магазина «Мир вышивки». Могу сказать, что пришло все довольно-таки быстро. Девчонки, у меня там была проблема по оплате, не оплачивался почему-то счет. Девчонки мне перезвонили. С утра я заказывала, к вечеру не перезвонили, прислали повторный счет, оплата прошла, и все получилось замечательно. Прекрасный магазин, всем рекомендую. Что же я заказала? И это новинка, фирма «Сделано с любовью», вот такой вот жених. Это целая серия у них «Дело в шляпе». Но остальные песики как-то меня не очень впечатлили. Возможно, потому что я просто обожаю французских этих собачек, бульдоги, да. Такие прекрасные мордашечки. Еще вот такая вот у него шляпочка, бантик. Ну, в общем, прекрасно. Прекрасно. У меня кое-какая еще идея возникла по оформлению. И вот такой вот наборчик маленький я его заказала. Стоил он там всего 158 рублей. Размер готовой работы 13 на 18. Дизайнер Светлана Прокопец. Да? Вот такой вот. И еще я заказала себе несколько... Точнее, две книги по вязанию. Это вот такая вот книжка «Теплые шапочки. Вяжем спицами». Но хочу вам заметить, на сайте обложка у книги была другой. А пришла вот такая. Ну, видимо, наполнение то же самое, потому что модель с обложки книги сайта есть в этой книге. Ну, видимо, они делают разные обложки, не знаю. Обзор на эти книжки покажу чуть позже и выскажу свое мнение. Значит, автор Вероника Хук. Вот такая книга. И вторая книга, которую я заказала, это «Вязание спицами и крючком. 50 оригинальных моделей». Это перевод с французского. Подробнее потом тоже вам покажу. Вот такой вот подарок мне сделала моя дочечка. Получается. И за все мы заплатили 509 рублей. Без доставки. Так как была акция. Большое спасибо магазину «Мир вышивки». Хочу сказать им, что я буду заказывать у них еще не один раз. Тем более за видео они сделают, если снять видео и отправить им ссылочку на YouTube, то будет еще скидочка. По-моему, 10% было написано. По-моему, так.
Так что спасибо им еще раз огромное. Всем девчонкам рекомендую данный магазин. Очень оперативная, быстрая доставка, вежливое обслуживание. Ну, в общем, все супер. Спасибо. До скорых встреч. Пока.